Погнали, вкатываем, вкат, вкат, блядь, да, погнали. Давай, и третьего в ангар, нахуй. Давай, блядь, сука! Нихуя себе. Они все в КД. Все и все в КД. А чё у нас вот тут... в общем, конем одним можно сюда вбраться, а другим вернуться... А, а нет, принимайте центр, принимайте центр, принимайте центр, принимайте центр, принимайте центр. Сейчас, сейчас не поеду, сейчас не поеду. А почему нельзя заехать? Да бери, забери! Типа вот тут у меня... С коридора сюда. Ой, ладно, я понял. У нас... Каток, ты доберешь его или нет, парни, братик? Парни, парни, стой, сейчас я ваша смотрю. Молодцы, хорошо, хорошо. Все огонь. Все отлично. Да ебаная пушка кривая, сука, и того рука. Да не, что, не, что, молодцы, молодцы, сука! Молодцы, хорошо, хорошо. И как не пробил? Ну, потому что вы все просто молодцы, парни. Вы да, все отличные, отличные игроки. Отличные игроки. Пошел Зиро, нахуй! Братан, тащи, тащи за, Ладно, отходи, за всю команду. Я не могу тащить! Зиро, братан! Я просто ору. Андрюха, красавчик. Иди ты взад. Ай, все. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Мы сейчас отправимся в увлекательное путешествие по укрепрайону 10 уровня. Специальный отряд Круассан. Все знают, что сейчас проходит помойное событие на глобальной карте в этой помойной игре World of Tanks. Я нашел очень офигительный клан, в котором сейчас принимаю участие на глобальной карте. Так как я не полный дебилоид, я не буду показывать нашу профиль карту. Я покажу один бой, как мы играем в укрепрайоне иногда, просто по приколу. Я считаю, такие ребята должны быть в каждом клане, потому что вы отлучаетесь от реального мира на 14, мать его, дней. Так что берите чаек, берите бутики и приятного просмотра, ребятушки. Пятничные тут, а сколько у нас геймеров? 6 подчатов. Жуки, это лучший сетап. Это хороший сетап, хороший сетап. Шотник так командует, я отвечаю. Сегодня, Дигар, мы... Они не вкатят, они обоссутся. Они вкатят, братик, катят. Да чё, это нормально. Ты чё? Бля, ну как его не пробил? Вот это, вот этого, ёб... Ангар, 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 ну как? Почему он живой, почему он живой? Потому что французы. Хорошо. Три снаряда, шесть игров. Я скинул два. Парни, парни, готовьтесь, готовьтесь. Сейчас, когда они тут покатят, мы в шесть игров просто сюда катим. Они уже не покатят, братан. Почему? Я сразу говорил, да они просто ебру пустили. То что мы все светились, получается. Она засветились. Кто светился? Да кто все светился? Практически. Я не светился. Я не светился. Саша не светился. Нажмите, нужна помощь. Кто светился? Сейчас мне залетит блайнд. Парни, мы их на самом деле по хп просаживаем нормально. Да они уже обосрались. Какой шоковый бой, боже мой. Короче, блин, я не знаю, мне что-то страшно туда ехать. Да не букуй, братан, не букуй на ЕБРе. Давай это, Дэн, давай я вот сюда подожмусь. Подожди. Потом в тебя въедут и убьют тебя, нахуй, первый. Так а вы меня разменяете, вас вон сколько там? Не надо. Не, ну разменять можно, почему? Короче, у меня есть план капкан. В общем, можно в 6 сибров. Ну, только не сейчас, просто сейчас почильте немного. Да не, подождите. Почильте. У нас приемка, парни. Слушай, ты можешь нормальными словами говорить, блядь, почильте, блядь? Вот что за нахуй вообще? Набрались говна этого своего? Так, короче, объясняю. Отдыхаем. Я в курсе, что такое отдыхаем, и знаешь, что такое чилить. Всё, отдыхаем. Так тебе, блядь, что сказать, чилить или отдыхаем? Вот, ты скажи, просто отдохни. Разбился. ЕБР разбился, подожди. Отдохни. Я могу говорить, знаешь, такую литературную речь 18 века, надо? Отдавать приказы. Почему 18-го? Если 20-й. Что за агрессия? Что за агрессия, ребят? Что за хуйня? Давай пару боёв, мы чисто поугараем. Мы не доедем. У них, кстати, вот этот ЕБР играет на закалке. Я вас просто уведомляю. На закалке? Серьезно? Ну, назад! Что? А, понял, что? ХП тебя пьет. Ебр на закалке? Это что-то интересно? Я так играл, нормально. Это серьезное? Это топ рота, это помидор рота. Почему не катят? Я не понимаю, почему у них проблемы с закаткой? У нас ДПМа не хватает, у нас все барабаны. И что?
А сколько подохнет по доезду? Слушай, Андрюх, ты всегда такой это депрессивный или только сегодня? Почему депрессивный? Нет, я нормальный абсолютно. Он прям вот испытывает его. Почему депрессивный? Ну пускай он разобьется. Может, не закатит. Котяра, ну я поехал, короче, ебал. Да я даже не свечусь, лампочку не ловлю. Да ладно. Что, тут никого нету, я уже зацелился. Может, у тебя перегорело. А ты можешь что-то стрельнуть и отвалить, только далеко не едешь, шпинки? Опачки, я лампус поймал. А, ну зачем вы едете на бэшке? Зачем вы поджимаете, братан, Зеро? Я понимаю, что это прикольно. Я там на там же я на балкон. Ты барабан не раздашь. Я на балкон. Я на балкон. Ну не знаю, мне кажется, что ГПР тут стоит, тут вот тут подсвети ЕЛТ, я прокачусь, только разменяйте. Они поехали? Зацельте куст вот этот. А, нет. Да не теряйте их. Да, я свечусь, он тут. Парни, он тут прям стоит. Делаете? Как, что? Ты же ну, сам сказал убил. Дайте им заехать, а ну, не, я не его хотел, чтобы ты убил. Ну ладно. Ну, что, вот он, вот он. Хорош! Нет, я умру. Там еще был 121Б, где 140-й был. Я КД. Он, наверное, откатил. Ему, наверное, Сосори сказал, что туда не надо ехать. Нахуй, поехали на базу, да? Да, да, да. Не лезь там боль. Короче, по чату перетянитесь сюда, оставьте здесь только двух фачей и бэшек. Все, остальные сюда перетянитесь. Да забирай бэшек. Зачем они нам нужны? Не говорю, все. Да, мне вкатывать кто будет. Ну, блин, не-не-не-не, бэшки поедете вы просто через центр. Через центр? Ты серьезно? Да, серьезно, все, не депрессирую, короче, все, да, не поедем. Я поехал, коня засветил, а сам не лампочек даже не слил, они меня даже не видели. Они думают, что я здесь. Ждем двух минут. Ебара, ты можешь мне сказать, если я под соседний камень приеду, вот под вот этот, они меня нет, они не спалят? Вот под этим Аймаксом аккуратненько, в общем, вот так, через базу отъесть и вожмись в центр вот сюда. Ну куда там нет. Собака гавкает, ё-моё, ничего, блин. Мне кажется, Русик пошел лица шатать. Рано. СТБ не видите? А вы все спалились, что ли? Кто? Парни, чего вы творите, народ? Вот сюда надо было на бэшке. Да вот так. Кто можно спалился? Я не светился. Вы сейчас через балкон, тебя сейчас балкон откидают, братан. Там нету никого. Нет. Андрей, нет, ты светился? В балконе никого нет. Охереть, чуваки катают. Ждите. Ждем просто двух минут с половиной. Потом просто закатим. Ты чекнулся, я тогда уйду на КД, чтобы у меня опять было снарядов. Мы, короче, вот так вот проезжаем. Вот до сюда забираем эту пачку. Они разворачиваются, едут к нам. Вы в центре разряжаете барабаны. Мы разворачиваемся и через центр вот так обратно закатываем с этой стороны. А и вы тут тоже подъезжаете. Я... Да, а ты там катаешься сам. Короче, все там делай дичь. Только на одном игре нужно объяснить через центр, чтобы ебра забрать. Бля. Желательно фуловый. Я, наверное, буду. Потому что сейчас 2.30 будет, и мы поедем. 2.30 будет, мы поедем. Бэшки, парни, не светитесь пока, ну пожалуйста. Там ЕБР катается. Да. Блять, бэшки. Все, катите. Одним ебром сюда, вся остальная пачка вот эта просто покатила. Прям вот так, прям вот так катите. Бэшка, ко мне подъедь сюда, через камень будем играть по центру. Едь, только пачкой. Я уже не успею. Давайте. Твою мать, блядь. Одним через две. Полетели мне на контрит. Да и встал, блядь, надо. Просто вот так вот. Хорошо, просто в них езжайте. Вот этого 9-7, вот этого уёбского, блядь. Это все за камнями, суки, ставят. Все. Он съебывает, не отпускать, пидораса. А зачем ты тут такой? Ну ладно. Ну зачем? Ё-моё. А что, центр можем забрать? Все, разваливайте чуваков. У вас просто больше фокус держите. Короче, захватом. Берем. Пушьте, парни, по стволам огонь. А можно забрать этого? Ну, вы поняли, да? А, вы КД сейчас дошло. Просто едьте, парни, по ХП, пусть по стволам, все, огонь. Я на КД. Ну, заберите шота.
Я на КД, блядь! Два крита, блядь, башки, два материала. Андрюх, ты хорошо сыграл, хорошо сыграл. Чё, ребят? Блядь, 10 сек, живи! Я бы разменял в себя просто. Да пушьте, пушьте, просто в нагу убиваете их, блин, парни. Вам сейчас времени просто не хватит. Я без БК. Да без разницы, ты без БК. Русик, блин, кати, братан, ну чё ты, чё ты типа очкуешь? Убивайте коня, коня, убивайте меня. Блин, как у них пушка еще живая, я не понимаю. Я не пробил ее. Убиваете ушку, убиваете она, всех, она убиваете всех. У меня там башка торчала, мы ничего не могли сделать, она нас всех убила. Давай, хорош, давай! Ебать, я остался, блядь! Газ не остался. Он спрятался. Ебать, у них ЕБР поджал. Нормально, пускай я подожал. Киннер, переезжай обратно на стандартную точку. А чё у нас с конем? Посмотри только, проедь вот так, тебя сейчас ебр спалит. Я понял. Блять, не подымать. Бля, не стреляйте по ебру, он в пермаче, блять. Если он заедет в куст, станет чётенько. Стрельните все одновременно. Дайте он заедет. Встает. Подожди, да, сейчас станет. Он сейчас встанет, вы... ребята, подождите. Вот он когда встает, он остановится, раз, два, когда он остановится. Хорош, ебать! Ну я как всегда всех наебал, и я покажу моментик из наших ГК. Прошу огромное извинение у наших ребят, с которыми я играю. Оказывается, я очень много матерюсь и выражаюсь некорректно, нецензурно. Я не хотел вылаживать никаких нарезок, потому что еще ГК не закончилось и осталось еще 7 дней. Но, думаю, такой бой можно выложить. На захват. Я пытаюсь, пацаны. Вот дышим базу. Ты разберешь, хорош? На, сука. Все, на захват. Чиф. Я на захват тоже еду. В блок надо кого-то. Сейчас, бля, я отсвечусь, подожди. Я поеду, ладно, я поеду. У нас просто нету типа времени, чтобы ты, ну типа, хорошо, по хп отлично, по хп отлично. Ну то 40. А вот этот 87, там прямо через поле ебаш, ну типа очень надо. Хорошо. Бля, некому сбивать, некому. Блядь. Нет, он не пересветит, быстрее. Ему надо доехать. Он сосет хуй, плюс 3, давай, к нему, все. К нему. Не, меня крыть не надо, братан. На захват, быстрее. 20 сек, успеваем, нормально. Мы не успеем, он сейчас подожмется, братан. Едь, блядь, чип, братан. Я на катке, блядь. ТВП на КД, похуй. Надо убить ТВП, братан. Сука! А! Сука! Тварь, блядь! Ставьте машину на базе, уходите. Сука! Выходите! В бою у нас здесь 7 человек. Я вышел. 50 секунд. Иду, успеваю, успеваю. Сука. Сука, нормально. Ну еще там в бою? Нищета у нас. 40 секунд. Мы успеем. Сюда, еще. 40 секунд. Я успею. Быстрее, 8. Бля, 87, ко мне езжай быстрее. Быстрее. Еще хочу хотя бы одного, парни, быстро! Блядь! Все, есть. Только не техничка. Берите технику, парни, технику, ну, берите. Ну нужны типа ЕБР и все такое. Я взял одного. Сколько секунд осталось? 18. Есть. Ты уже не успеешь. Бери мантикору. Доигрывай. Танк. У нас 3 ебра и 1 мантикора. Все, нормально, пойдет, дотянем. Блять, не, да, танк, хорош. Еще можно кого-то? Блять, я не поменяю уже на 9 человек. Че, мы там проебались, да? Я могу пизда. Ну не надо, не отдавайте хп на ЕБР, у них есть арта, кстати говоря. Аккуратно. Он меня даже не увидел. Станьте вкусно под свет здесь кто-нибудь. Еще тычку можно дать по нему? Чтобы видеть гору. Все, отсветились и домой. Просто развернулись и домой. Блять, на ебрах нужно задать пассив, типа там вот тут куст. Не надо кататься по полю, вы просто проебете, ну, типа, вы проебете. Блять. Бля, кот. Не горело бы время, затащили бы. Кот, если
они вкатывать будут, где надо засветиться и уйти, короче, сделать вид, что ты их светил, и вообще будет шикарно. Кот, ты светился? Да. Ой, хорош, хорош. Да, красава, ебаная. Стойте спокойно. Все, мы стоим. Хани думает. Они мантии не запалят никогда вообще. Найдут сначала меня, блядь. Это они вкатка, поехали. 277, вот так не устраивайся. Хорош. Еще, 1007, 1000. Поджался. Ебать, ну они пососали, да, там. Они не думали, наверное, что там мантия стоит. Нормально. Ошибаюсь. План, капкан работает. Блин. На катке, на хорош, катке. Хорош, еще. Ушел. Уходит, уходит. Не дайте, они в пермаче думают, что они, блядь, уходят. Нормально, блядь. Давай, давай. 514. Ой, 100, 100. Ой, ебать. Хорошо. Хорош, хорош. Чиф уходит, так, чиф. Кто-то видит? Они просто составят фоналку и нам пиздец. Бля, ну, кидайте по указке, блядь. Значит, надо 4, не брак. Хорош, мы, давай, мы давай. Мы должны выбрать кат. Чё, чифы работают или нихера? Не, ну, я сложу. Их не видно. Я почти на месте. Братан, на пятом, короче, срывайся. Вот так кати, вжимайся в этот рельеф. Короче, вот эта пачка, еще мы просто соберемся и просто вот так в наглую на характере закатим в чифов. Только можно не насасывать хп, потому что, блять. Можно ЕБР с мантикорой встанут на захват и спрячутся там. Но только можно, не в кустах. Можно, парни, надо если, ехать. Если вы пропушите. Одна ЛТ. Можно ЕБР. Поехали, а, блять. Ебра убейте, ебра убейте. Вкатка, вкатка, пошла. Принимайте ту вкатку. Принимайте, ту принимайте. Вот, хорош, тут поехали, их убиваем и типа ЛТшки на захват. У нас хватает ебров. Давайте две ЛТшки приедьте, ребятушки. И вот этого долбого заберите. Ребята, не насасывай на Пушкине, блядь. Братан. На захват, всё, Толик, вставайте, на захват, минута 40. Приедем, просто пушку этого долбого и все. Все, этих ебите, а кто-то на захват встал и все. Вы все. Прямо топите, топите, топите. ЛТшками мы станем, блядь. Едем, едем. Вы должны их убить, вот этих троих, блядь. Убить, и мы все, мы, блядь, победим. 200, вот эти 200, хорошо, дальше. На захват, минута 20. Захват, убивайте. Давай, еще одна ЛТ, еще одна ЛТ. Не стреляйте, не стреляйте захвата, не стреляйте захвата. Убивайте все это. Это просто едьте, просто. Не стой за кустом, не стой, блядь, за кустом, сука. Вот сюда. За кустом, не стой, сука. ЕБР убейте нахер! Да по ЕБР убейте! Плюс один, СТ! Ту же стань, СТ на захват! Чифа, просто въедьте, просто въедьте в него! Чифа, въедьте и все! Блять, да въедьте, Чиф 10! Ну вы чё, донники, что ли? Вы чё, мудаки, блять? Каток дайте, Чиф 10, Чиф 10, отлично! Забрал. На мне захват, блять, не дайте со меня сбить, блять. 20 секс, меня не сбить, чтоб меня с меня не сбили, блять. 200, 140 убейте, он мешает, пиздец мешает. Давай. А он не пробил меня, Отлично. Следующий чиф. Блять. Уедь, кот, уедь с той точки, уедь, блять, уедь вперед. Чиф назад, куда-то осибись, ебать. Нормально. Не стрелять. Сейчас, 2, 1. Хорош, сука, хорош.